35 лет вместе немецкий центр «Видергебург» отпраздновал свой юбилей. Мастер-классы, танцы, песни и многое другое было представлено в Доме дружбы для собравшихся на праздник. Подробности в следующем материале выпуска. Культура страны – это культура каждого народа. Карагандинское областное общество «Немецкий центр Видергебург» было образовано в 1989 году. На днях центр отметил свое 35-летие. Мероприятие прошло в здании Дружбы народов Казахстана. Главными задачами центра являются сохранение немецкой культуры, социальная помощь нуждающимся и, конечно же, обучение языку. Молодежные проекты – это бесплатное обучение языку, традициям. Мы проводим ежегодные летние, осенние лагеря. Это все на бесплатной основе. Это все спонсируется за счет МВД Германии. И получается, ну, социальная работа – это один из важнейших наших таких моментов. Ежегодно мы нашим благополучателям, это порядка 700 семей, всегда делаем продуктовую корзину, какие-то медикаменты, то есть полностью поддерживаем наших граждан Республики Казахстан немецкой национальности. Для гостей были подготовлены мастер-классы, где дети могли познакомиться с прикладным искусством своей нации. Аниматоры завлекали взрослых поучаствовать в национальных танцах. Картины, размещенные по всему залу, демонстрировали культуру и традиции немецкого народа. Официальная часть праздника закончилась концертной программой. Со слов председателя, весь концерт был подготовлен силами Карагандинской области. Гостям был представлен фильм об образовании центра, а творческие коллективы города порадовали своим мастерством и красотой выступления. Максим Трезуб, Зулхарнай Смахаев, Николай Шевелев, «Пятый канал».